Ну, вот это. Чем ярче, тем лучше. Убить всех застрявших. Она пришла их всех поубивать второй раз. На посошок. Кена убивец духов. И распылительница духов. Эладин. О, прикол. Попрыгульки. Тан-таран-тан-тан. Тан-таран-тан-тан. О, нормас. Такой лоск чувствуется. PS5 такой игры, которой дали денег. А им давали денег? Похоже, что чуть дали. Такой свет кто-то забыл включить. Она дерется, как диснеевская принцесса из мультика. Как Рапунцель. Ну, так правильно. Так. Ну, что у нас тут? Что у нас тут? Куда идти, за что хвататься? Ведь постамент неспроста здесь, да? Может, надо прыгнуть и разбить? А. Они указывают, что сюда, да? Нет. Тут не так. Не понял, что я сделал. Клавиша квадрат ничего не дает. Эдгар. Привет. Why have you come? I sense suffering here, spirit. Do you need help? Ну так, порадуйся за нее. Душный типаж. Я думаю, его нужно отхлестать. А, увидел, что скидка. Самая большая скидка, решил, надо взять. Так, Юрка атаки. R1, R2. Я себе какую-то уже очень большую очередь из игр взял.
приятная боевка, никаких цифр нет. Все анимации плавные. Никакого запара. Ну, пока что нет. Вот, нормас. А то так иногда бывает, что... А то зашел я в какой-то там вроде Monster Hunter или что-то подобное. Ужаснулся от обучения, насколько оно перегружено. И сразу поспешил удалять. Или это называлось по-другому? Что-то по типу монстра... Или Hunter Arena Legends. Вот это вот Hunter Arena. Точно. Это я оттуда шел? Что-то я тут в темнях запутался. Стоп, я хоть в режиме производительности или нет? Ну да. Monster Hunter очень крутая игра на Switch, кажущая себя. А, ну да, я не играл в Monster Hunter. Это был Arena Legends, другая игра с похожим названием. Я еще когда на E3 увидел эту игру, хотел ее купить. Наверное, даже где-то есть запись. Такой, о, Кена. Ну и ладно. Может, потому что там 1080 выставил. Рассыпается там на квадраты все, да? О, графонзель. А где фоторежим? Нету. Странно. А, вот же фоторежим. О, детализированный клевер нафиг. О, наверное, это из-за того, что ночью. Никто не отнимает интернет сильно. Хотя я знаю, что отнимает. Так. Ну, бревно, конечно, такое себе, но листики. Экскурсия. Ну да. Конечно, да. Какие-то просадки FPS. Страшные, непонятные. Почему? Я никогда не мог понять, зачем им делать эти ролики, вот такие кинообразные, рендер в реальном времени, если можно тупо записать пререндер и вставить его. А тут видно, что в реальном времени, потому что я вижу, что кадры как-то вот скачут немножко. Тут явно 30 FPS, а может и ниже. Даже явно ниже. Наверное, 20. Хотя, казалось бы, зачем?
Правильно. Вдруг это демон в обличье маленькой девочки? Будь я демоном, я бы обязательно в такую девочку бы и превратился. Ну, может, у меня так видно. Это сильно заметно по сравнению с обычной игрой. Так. Что листик от меня хочет? А. Ну там не сильно будет заметно. Ну неважно, короче. Там было написано треугольник собрать, но я не успел нажать, и теперь она не может собрать. Обидно. Не будешь собирать? Может так? А. Точно. Это капля нефти. Это ойло. А, ссылочки, которые никто не поймет. Да. Правильно. Сыпаться. У него парик. Как эта вибрация работает? Иногда бегая по одному и тому же месту, есть вибрация, а иногда ее нет. Но почему? А, подождите-ка. А, это что-то стучит у нее? Но что это? Даже если стоять, через 5 секунд повторяться так тук-тук, тук-тук. Что это может быть? А вот теперь не стучит. Какая приятная. А это кто? Это местный аналог бешеных кроликов, только не бешеных.
спецэффекты. Опасно. Тлен. Я еще не все там посмотрел. Тук. Прикольный щит. Тот стал голубым, а потом снова черным. Сзади ничего не пропущено, надеюсь. Вроде нет. Тын-тын. Тын-тын-тын-тын. Нужно 5. А у меня 4. А, точно туда. Даже я обсчитался. Как ты я вернулся назад? Стоп, стоп, стоп. И-и-и-и. Тут уже все? А, сундук, как же я не заметил. Не открывается. Печаль, беда. Азар, еведа. Где же искать пятого? Точно можно проходить сюда. Так. Наверное, еще нет. Нифига себе. Вот это хоррор был. Ну, тут я точно был. Всякий случай. Ну ладно. Вряд ли там. Вот, конечно, как же я не увидел. Hi.
Нормас. А, по дереву. Чух. Угу. Паркур! Камера закрывает все на свете. Да, блин, я же переместил. Да, тут сколько он их не получается. Наверное, да. А, понял.
Обрезаю. Туда? А вы до туда дойдете? Не сюда? Сюда, наверное? Алло. Смешно. Корабль из пиратов Карибского моря. Уже привык, что надо по углам рыскать, чтобы искать собиралки. Тут такого не будет, получается. Это отличная новость. Хотя нет, будет. И куда дальше? Кошечка. Сюда. А, просто поставить? Окей. Ой, занудный тип. Душить начнем. I can heal these spirits and restore balance to the forest. I know you are kind. You sense the power that flows through this land, but you do not fully understand it. Понятно все. This land can be healed, but you cannot stay here, spirit. You must move on. You are the one who does not belong. I will never abandon my people. Да ты там один. Кого ты бросаешь? Дерево с мечом. Получи. О, чудесная боевая система. Не придраться ни к чему.
Корсарам бы поучиться. Кена Кеновна. Ourselves. I can see that. You both look very strong. Do you know who that spirit was? Она просто им врет при первом знакомстве. But when he shows up, the girl's poison is stronger. Манипуляторша. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. Принеси мне 5 кусков эссенции тупости. Our brother Tar was trapped deep in the forest. We need you to help him. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Help us free Tar and we'll take you to the mountain. Woohoo! Come on! Our village is this way. Кына. Невеста спирта. Видимо, это игра про то, что про свадьбу. Но что тогда значит Кена? Жена мужа куклы Барби? А, то есть получается, что Кена, жена Кена куклы Барби, изменяет Кен Барби, в результате чего они решили пожениться, а Барби пришла, негодует, узнала об этом и пытается сорвать свадьбу. И мы играем за жену Кена, которая хочет получить даймонд в стратфигайтере, играя за Рю. Да, вроде похоже на правду. Кажется, я разгадал весь этот сюжет. Мохахахаха. Ой-ой-ой-ой. Простите. Что я делаю?
Пам-пам-пам. Вот и все. Всех умочили. По-жестяному. Это Рубилова. Беспощадная. Вот и кишки уже полетели. Да. А как открыть сундук? Он вообще открывается? Почему ты нажимаешь на кнопки другие, она ничего не делает? Не танцевать, не грильевать. Она же как-то садилась, но как? Как же я это сделал? Это не та кнопка, не та, не та, не та. А какая? А, понятно. Я нажимаю X, она не целует? Нечестно. А, вот теперь только. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Какое скверное растение. Уничтожу. Убрались. Тележка со шляпами лол. В центре города? Самое важное здание это тележка со шляпами. Лол. Конечно, вот эту. Ой, не хватает, да? А. Ну ладно. Вы, видать, вот этого хотите, да? Она просто стукает, как весело. С. Еще один. Hey there, buddy.
Блин, ну пока 10 из 10. Ну, я понимаю, сюжет не будет с неба звезд хватать. И веселых диалогов не будет, но, в принципе, ради Графонзеля можно и простить. Tara this way? The barrier's... Maybe Zaju can help. He's usually at the Masked Shrine. You'll know when you see the sacred trees. Ясно. А вы тут? На брезент? Не хочет. Она могла. Ой, я сейчас на второе улучшение еще насобираю. Проклятый сундук. Такую слабую вибрацию делать, я почти не чувствую. Оторвитесь с вибрацией на полную. Чё вам? Штуковин каких-то. Нельзя. А выглядит как будто нельзя. Ой, тут надо забраться как-то. Ну как? Ей бы скакалочку еще. Ага. Они не хотят. Там же заразная фигня. Надо почистить. Понятно. Этот злобный дядьку пишет.
Чё раньше не взял? Сразу видно, что шедевр. Но пора спать. Крутая игринция.